Я поняла, почему мы так редко видим звезды на небе, а еще реже звездопад. Дело в том, что все звезды находятся в людях, и тогда, конечно, заметить могут их лишь немногие. Люди в течение жизни наполняются изнутри звездами, которые принадлежат с самого начала ночному небу. Главная мысль заключается в том, что мы никогда не узнаем, кто сияет изнутри больше всех. Вы только, если вдруг увидите звезду, забирайте скорее и загадывайте желание.